puxou o batom do fundo do meu vestido. Desculpa, eu estava aqui na mesa do bolo. Да, тут был сейчас вечером, сказала. Мы уже уехали. Могла на сотовый позвонить до Машины, ничего страшного. Конечно, надо. А как вот ситуация? А то мама тут уже, она потеряла телефон. Это все уже, это все. Ты дома уже? Я понял. Ну, шампанское все уже выпили, все 7 бутылок, все, да. Это что? Ну что, уже попробовали тоже? То мама говорит, что они, наверное, попробовали тоже шампанское и не отвечают, и спрятались. И спят где-то. Ну, мы приехали на место. Все как нормально. Ну, слепили, сделали, наверное, все было анализы, наверное. Вот, поставили вроде пациента, наполнили. Отпекает, конечно. Да. Было очень жарко, 37 градусов было, и мы уже в 16-17 часов было плюс 30. Ты физкультура, включай первый смотри. Уже 300 на что было. Ну давай, ну хорошо, да, да, да. А вот потом тоже будет еще. Юля дома. Мороженое. Стой. А что ты футбол не знаешь? Отдыхаешь? Устал?